Приятно всегда прийти поздравить коллег и преподавателей, и студентов-медиков с этим замечательным праздником, потому что, безусловно, Академия – это та кузница кадров, которая остро нуждается на сегодняшний день в отрасли. Те ребята, которые поступили в ВУЗ, мы понимаем, что они к нам вернутся, они вернутся уже квалифицированными врачами. Безусловно, у нас есть чему их научить в дальнейшем, поэтому поздравляю всех с праздником, с наступающим, крепчайшего здоровья, ну и мирного неба над головой. Ну, решил стать врачом я еще в школьные годы. Мне эта профессия очень сильно понравилась, и у нее очень много перспектив. Конечно, у меня в семье нету врачей, но я захотел стать первым. Я являюсь координатором по оказанию первой помощи и сопровождению медицинских мероприятий. То есть, допустим, от города есть запрос, что нам нужны медики на мероприятия, и я нахожу этих людей или сам выступаю в качестве волонтера-медика.